Здравствуйте. Здравствуйте. Чем я могу быть вам полезен? С этого вопроса обычно начинается общение депутата Государственной Думы с гражданами, которые приходят на встречу. Спектр вопросов весьма разнообразен. Улучшение жилищных условий и помощь в организации централизованного водоснабжения, содействие в развитии паралимпийского конного спорта и проведение благотворительной акции. В последний день ноября в приемной депутата побывало 10 граждан. Надежде Джамаевне Таировой 80 лет. У нее возникли проблемы с получением льготного лекарства. В течение 5 минут решение вопроса было найдено, а выполнение взял на особый контроль заместитель главы администрации района. Тогда давайте договоримся на будущее. Если вдруг вы будете приобретать, вы эти чеки сохраняете, хорошо? Хорошо. Мы сможем вам компенсировать. А с лекарством мы с этим вам поможем. Представители Центра социального обслуживания «Вера» пришли к депутату за поддержкой. Они задумали организовать акцию по сбору новогодних подарков для многодетных семей, детей-инвалидов и пожилых людей. Вячеслав Фетисов заверил инициаторов доброго дела, что всячески поддержит эту акцию. Мы хотели бы все-таки получить имиджевую помощь, так как, наверное, депутат имеет уже как бы довольно-таки большой вокруг себя обширный контингент людей со стороны представителей бизнеса. И вот нам хотелось бы, чтобы получили мы поддержку именно представителей вот этих слоев общества в рамках проведения нашей акции. На практике очень редко депутату приходится выносить обсуждение вопросов граждан в правительство. Большая их часть решается на местном уровне. А потому совместный прием представителями Госдумы и руководством муниципалитета позволяет значительно сократить время решения насущных проблем граждан. Человек приходит на прием, он хочет получить решение. Вдруг он даже здесь вот, за столом получает то решение, за которым он пришел. Вместо того, чтобы нам заниматься перепиской, все-таки что это время занимает. Для того, чтобы пообщаться с депутатом, необходима предварительная запись. Впрочем, и тех, кто придет без нее, Вячеслав Фетисов тоже не оставит без внимания. Максим Козлов, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видное ТВ.